Всем привет! Это новое видео на канале Gadget Mania, и сегодня мы в очередной раз поговорим о восстановленных айфонах. В этот раз iPhone 5C. Итак, смотрите, сразу начну с того, что это будет мои рассуждения, ни в коем случае не обзор. Я в очередной раз вам расскажу и поделюсь своим опытом приобретения восстановленных трубок из Китая, не из Китая, в общем, везде, где они продаются. Еще раз расскажу вам про то, на что стоит обратить внимание при покупке таких устройств. И в самом конце видео приятный сюрприз для подписчиков и людей, которые посмотрели этот видеоролик. Итак, конечно же, стоит заметить, что неправильных айфонов не бывает, и не совсем интересных айфонов не бывает. То есть, будь то 4S, даже она будет лучше работать, чем какой-нибудь Prestigio за 5000 в ближайшей пятерочке или где они там продаются. Эту фразу я уже говорю много-много раз, ну ладно, бог с ним. В любом случае, iPhone, какой бы он ни был, по своей производительности, удобству использования, по своему функционалу будет гораздо лучше, чем, допустим, очень низкобюджетный смартфон на Андроиде или какой-нибудь вообще китайфон непонятный. Да, если вы гонитесь за производительностью, за ядрами и за вот этим вот всем, если вы хотите играть на смартфоне, то, конечно же, вам не стоит обращать свое внимание на такие смартфоны, как 5S, 5C, пятерка обычная, уже совсем умер. Вы можете до бесконечности бомбить в комментариях, что айфоны ниже 6S или 7 уже покупать смысла нет. Нет, друзья, их покупают и покупают в очень большом количестве, потому что многие люди действительно приобретают трубку как звонилку, как быстрый доступ к интернету, как серфинг в соцсетях, просто в интернете. Так вот, даже самый, скажем так, простецкий iPhone, в нашем случае сегодня это 5C, соответственно, будет гораздо удобнее и гораздо дешевле, чем его аналоги на других операционных системах. Итак, я приобрел специально для обзора, можно сказать, специально для вас, восстановленный 5C. На Алиэкспрессе они до сих пор продаются, ссылки на проверенных продавцов, где это можно приобрести, я оставлю по видео, в описании под этим видео. Ну и, соответственно, с вами мы посмотрим на коробочку. Друзья, стоит от $100, можно даже найти поменьше, может быть побольше, но в любом случае это от 6000 рублей, плюс доставка, плюс подождать, как-то так. 8, 16, 32 и, по-моему, все. 32 гигабайта – это максимальная версия памяти на iPhone 5C пластиковой. Напомню, что iPhone 5C вышел вместе с 5S, это был далекий 2012 год, по-моему, если не ошибаюсь. Тогда все ждали бюджетный iPhone, так называемый. Люди думали, что компания Apple выпустит смартфон под своим брендом, и этот смартфон станет доступен каждому. Но не тут-то вышло, стоили они на момент выхода достаточно серьезные деньги, то есть не совсем отличались по цене от, соответственно, флагманов на тот год. Но они были и преподносились народу как молодежные. То есть выбери свой цвет. Во-первых, они все пластиковые, как это не смешно. Но я хочу с вами, я пока буду распаковывать и, соответственно, с вами беседовать. Вы можете налить себе чайку, взять шоколадку или какую-нибудь вкусняшку, посмотреть, что дядя Паша вам рассказывает. В общем, айфоны были пластиковые, но вы, наверное, удивитесь, наверное, многие из вас удивятся, узнав, что под пластиковым поликарбонатом, который, кстати, даже у Apple чувствуется в руках гораздо лучше, чем, допустим, такие же аналоги от производителей смартфонов на Android, скрывается алюминиевая, все так же алюминиевая рама, то есть весь периметр смартфона – это очень такая жесткая конструкция. Что мы получаем за скромные $100? Вот такую же пластиковую коробку. Она, конечно же, не оригинальная, друзья. Всегда в восстановленных смартфонах, в том числе в айфонах с Алиэкспресс, Авито, где вы их там покупаете, всегда коробка и аксессуары будут не оригинальные. Она здесь тоже присутствует. Имеются у нас вот такие вот бумажки в виде Hello Start Guide, изображение iPhone 5C. Для тех, кто первый раз, допустим, столкнулся с продукцией от компании Apple, здесь показывается, где какие переключатели, кнопки и так далее. И вот такой вот комплектик. Бруно, что ты тут, лег спать? Котенька лег спать. Здесь, соответственно, у нас комплект аксессуаров. Он, еще раз повторюсь, не оригинален. Для того, чтобы были уверены в работе своего
свежекупленного айфона, советую вам прикупить в ближайшем магазине аксессуаров хорошие качественные аксессуары, потратив на это дополнительные какие-то деньги. Но они здесь присутствуют, на первое время сгодятся. Никаких чехлов, ничего здесь больше не было. Единственный прикольный нюанс — это вот такая вот ванночка. Она была точно такая же, как при продаже, соответственно, при покупке, при продаже iPod'а от компании Apple, музыкального плеера. Вообще слышали об iPod'е? То есть, если слышали, ставьте лайки, пишите об этом в комментариях. Вы такие же древние, как я. Так вот, собственно, пластиковый телефон, он был в свое время действительно не очень с большим спросом, но все равно его люди покупали. Сейчас он вроде как снят с продаж, и компания Apple внегласно признала, что она совершила ошибку при производстве такого iPhone, и, соответственно, не очень много было продаж, но все-таки его покупали и покупают до сих пор в виде восстановленных телефонов. Что мы имеем? Мы имеем 4-дюймовый корпус и, соответственно, дисплей. 4-дюймовый корпус не бывает, дисплей у нас 4-дюймовый. Это все еще HD-матрица, она IPS-ка, очень у нее такие весьма прикольная расцветка, то есть прикольное разрешение. Разрешение не может быть прикольным. Она комфортная для ваших глаз при чтении, при просмотре контента. На восстановленных телефонах, если они хорошо восстановлены, там встает экран немножко получше, уже качество, как говорится, подтянутое ближе к качеству Apple. Ну и, соответственно, вы не видите вот эту матричную сетку из квадратиков и пикселей. И, в принципе, друзья, на такой экран смотреть можно. Сам смартфон у нас в пластиковых, везде у нас здесь пластик, здесь был наклеена пленка транспортировочная. Я полностью проверил данный девайс уже за кадром, он работает, и самое главное, стоит обратить внимание на батарейку. Есть приложение Battery Life, но нам показывает, что данный iPhone имеет емкость аккумулятора 87%, что является, вам, наверное, сейчас не было видно, сейчас я еще раз покажу. 87% для восстановленного телефона с того же AliExpress или Авито — это прекрасные показатели, как ни странно. Не совсем недавно, в конце 2017 года, был скандал, что компания Apple призналась, что она искусственно замедляет работу смартфонов уже с плохой батарейкой. Соответственно, выпустили обновление, чтобы люди могли видеть, в каком состоянии находится батарейка. И в некоторых странах даже запустили программу льготного, скажем, ну так, недорогого ремонта и обмена на новые аккумуляторы в старых телефонах, там iPhone 6, iPhone 5s, еще какие-то айфоны. В общем, не суть. У нас восстановленный телефон из Китая, соответственно, оригинальный iPhone, он полностью оригинален. Все здесь без проблем работает. Мне кажется, что корпус здесь, конечно же, китайский. А как я это понял? Ну, друзья, мне... Ну, камон, где вы найдете оригинальные корпуса к смартфонам, скажем так, 5-летней давности, если не сказать уже 6-летней, да? Нет, все-таки 5-летней давности, даже 4. Блин, как у меня плохо с математикой, ну бог с ним. Что нам интересно в таких смартфонах, недорогих смартфонах? Прежде всего, это камера. Бруно, да не надо здесь ничего делать. Что нам интересно в таких смартфонах? Прежде всего, это камера. Как она снимает, как она себя ведет, я потестировал. И, в принципе, я хочу вам сказать, что она ведет себя вполне неплохо. По крайней мере, лучше. Еще раз, с чего я вообще начал это видео? Рассказать вам о том, что такие смартфоны до сих пор продаются, и они актуальны, потому что не у всех из вас есть возможность купить себе дорогой телефон стоимостью от 150-200 долларов. Так вот, сейчас я вам задам пару вопросов, ответьте на них в комментариях. Так вот, камера в принципе снимает, даже фронталочка, она здесь на 1 с лишним мегапикселя, но даже она, это сдает, да, такой звук классический, айфоновский, она снимает неплохо. То есть мне понравился установленный здесь модуль камеры, мне понравился уровень батарейки и ее жизнедеятельность, то есть ее срок службы. В принципе, во всем остальном все режимы работают, симка работает, Wi-Fi ловит, Bluetooth тоже, наушники, зарядка заряжается. Что еще хотеть за 100 долларов? Ну что, друзья, наверное, по iPhone все, потому что здесь рассказывать-то, в принципе, больше нечего. Такие смартфоны до сих пор существуют, их покупают. Покупайте, пожалуйста, и вы, если вам не хватает на Xiaomi за 130 долларов, если вы
не можете пользоваться Андроидом. Почему я призываю вас, скажем так, не то что даже призываю, а я не против, если вы, ваш выбор пал на вот такие вот модели. Прежде всего, мне кажется, что даже вот такие телефоны, многие из вас скажут, да что, восстановленный телефон, через 2 месяца материнская плата умрет и так далее и тому подобное. Окей, а у тех же Xiaomi бюджеток, там, Redmi, хотя такая классика, которую не стоит трогать, да, потому что сектанты из любителей Xiaomi скажут, что ты сейчас несешь, Xiaomi за $102 будет работать 5 лет, и это будет лучший телефон на свете. Я сейчас это говорю без какого-то либо сарказма, я сейчас это говорю к тому, чтобы вы задумывались, что лучше для вас, выбирайте в каждый раз вы. Мы, видеоблогеры, всего лишь освещаем то или иное событие или тот или иной гаджет. Так вот, мне кажется, до сих пор актуальность таких телефонов есть. Потому что мы страна не совсем богатая в большей своей степени. Мы не можем себе позволить дорогие гаджеты, но при этом мы хотим быть коммуникабельными, мы хотим выходить в интернет, мы хотим быть в социальных сетях. И как раз таки, если вы школьник, студент или просто человек, которому не нужен дорогой смартфон, обратите свое внимание на такой восстановленный iPhone. Есть разные расцветки, разный объем памяти. Этот, повторюсь, на 16 гигабайт, если я вообще об этом говорил. И самая важная информация в конце этого видеоролика. Во-первых, вы большой молодец, что досмотрели до этого момента. Напишите, что вы супергерой. Во-вторых, именно этот телефон, вот я ничего с ним не делал. Если вы хотите, я без проблем продам вам по той цене, по самой вкусной цене, можно сказать, на российском YouTube. 5990 рублей плюс отправка по России, Почта России, это не такие большие деньги, там до 500 рублей отправка. Уже по России через пару-тройку дней он придет к вам, и вы будете радоваться хорошим смартфоном. Если вам будет интересно, пожалуйста, пишите мне в личку в ВК, ссылка будет в описании, чтобы не ждать с Китая. Кстати, имейте в виду, что в начале февраля у китайцев там неделя каникул, и в этот момент не стоит заказывать посылки либо до, либо после. Короче, они там все гуляют, у них, короче, неделя отдыха. Ну и, в принципе, наверное, все. Ставьте лайки, если понравилось, ставьте дизлайки, если не понравилось. Только, пожалуйста, напишите, за что понравилось, за что не понравилось. Комментарии, как всегда, для вас открыты. Я же всегда всех вас жду в общении. У нас есть чат в Телеграме, у нас есть всякие возможные приколюхи в описании под этим видео. Ну и, в принципе, не хотите брать здесь, в России, пожалуйста, ссылки будут в описании. Вот такой вот он, iPhone 5C, пластиковый на 16 гигов. Пластиковый звучит так немножко, скажем так, больно для нашего слуха, пластиковый. Уже привыкли, что бюджетки там, Xiaomi уже все металлические. Но, друзья, согласитесь, даже у бюджеток металлических такой корпус, как фольга, иногда пробивается ногтем или пальцем уже, можно сказать, а здесь проверенное качеством. Временем качество, немножко неправильно сказал. В общем, пластиковый 5C, это была не реклама, это был мой опыт использования, можно сказать, опыт приобретения. Если захотите, если лайков будет много, я сделаю подробный обзор, хотя что здесь делать, какой обзор, он работает, да работает. Совсем скоро увидимся, всего доброго, пока-пока.